И все в главку бежит, все в главку. Так, друзья, еще. Почему мы выбрали этот чудесный знак кирпич при въезде в этот непонятный дворик? Потому что слева у нас главное управление МВД по Тюменской области, а справа у нас управа, которая, собственно, и согласовывает в том числе эти знаки. Вот, пожалуйста, именно поэтому мы сегодня здесь. Это понятно, что попадаются и местные жители, печалька, но основной упор делаем на сотрудников. Вот, например, выезжает вот такая машинка с территории управления. Вот, в данном случае девушка пристегнута, ей повезло, но бывают и обратные истории. Бывают и обратные истории. Видите, здесь кто ходит? Здесь ходят вот такие персонажи. А, так можно, да? Что-то на автобус не похоже. МР. То есть с номерами МР можно, да? Я правильно понимаю? На автобусы не похоже. Вот так вот. И не пристегнуты еще. Ужас, какой молодец-то. Сейчас жаловаться будет. Меня снимают. Помогите, спасите. Я полицейский при исполнении, а меня снимают какие-то. Сахар привез вам. А что это за здание? Это территория здания главного управления. Поэтому сюда можно. Поэтому сюда под кирпич въезжать можно. ОГФС. Всем, кто ОГФС, тем можно. То есть меня пытаются тут задавить. Видите? Задавили. Движение задним ходом по односторонней улице. Кто же у нас выйдет из машинки сейчас? Кто же у нас двигался задним ходом по односторонней улице? Ставки делаете? Вот, дошел я, чтобы вы посмотрели, вы увидели, что это полицейский у нас нарушает. Задним ходом по односторонней улочке катается. Да нормально. Такси профигачило по одной сторонке. Ну, Александр Борисович, на страже, все заснял. Капец. Блин, по встречке вообще попец. Стороннее движение. Машинка приехала, привезла чиновницу партии «Единой России», припарковалась под знаком и вроде как типа сломалась. При этом чиновница пошла на рабочее место, ну или просто в организацию. Вот сейчас она выйдет, машинка резко починится и поедет дальше. Здравствуйте. Не подскажете, вот сейчас женщина вошла на машину, под знаком просто оставила. А можно ли как-то попросить, чтобы они убрали? Какая машина? БМВ. А она сюда зашла? Ну, она, да,
Плащево, бежевое плащево, такая же. Погрузнее так. Ну, просто чтобы не сообщали в полицию, чтобы она убрала просто и все. А я не видел ее, какая же? Ну, ладно, ну, тогда, ой. Тогда, значит, сообщим. Вы сообщите? Ну, да, под знаком поставил уже. А вас это точно что? Ну, да. БМВ ставила под знаком, кто у нас на БМВ ездит? Сейчас сообщат и за это. Она может быстренько забежала. Ну, может. Сейчас выйдет. Там просто под знаком под этим нельзя быстренько или не быстренько. Ну, вообще нельзя. Я не знаю, кто. Ну, смотрите, ладно. Да, хорошо. Заодно наберем. Вот она и вернулась. Из партии «Единая Россия». И сейчас БМВ резко починилась. Да, выключаю аварийку. Починился. Починилась, давай починилась. Делай, починилась. Опа, сделал, починилась. И сделал, уезжает. Все, молодец. Откуда? Вот отсюда. Ух ты, ух ты. Смотрите, «Единая Россия» у нас прям. Сань! Сань! Товарищ Байрон, можете отреагировать, а? Да, конечно. А то как-то очень странно сейчас выглядело. Сюда. Мужчина, что это такое было-то? Я, конечно, понимаю, «Единая Россия», все можно там, но не настолько же нагло-то. Вот дети ходят с колясками, женщина. Мы не перепутали ничего? Ну, нет. Вместе со своей «Единой Россией», нет? Грузиться. Грузиться? А здесь вот коляска, дети, ничего? Я не мешаю, я спокойно. Не мешаете? Потрясающе. Потрясающе. Мы загружаем, угружаем газеты, мы же не гоняем здесь. Понятно, понятно. Не катаемся так, что... Ага. Гоняли что-то, мы же не просто так заехали. Да вы молодец, молодец. Почему? Ну, по всему, видимо. Вы снимаете хорошо? Я отлично снимаю. Лучше, чем вы ездите по тротуару. Органы? Мы-то работаем. А какие, а какие органы я компрометирую, простите? Да мне нет, к вам претензий нет. Мы на работе. Вы тоже на работе? Естественно, да. Мы же не спорим. Только я на работе не по тротуарам не катаюсь только. Почему? Погрузка-выгрузка разрешена. Да? Вот. Вячеслав, спасибо. Со мной пойдемте, пожалуйста. Мы же погрузка-выгрузка, мы же не просто. Понятно. Так. Я смотрю, у вас грузовая машина, вы приехали разгружаться, да? Почему? Да. Что-то Андрей Викторович там за углом замутил. Пойдем посмотрим. А, товарищ майор поймал рыбу. А как так в наглую при полицейских? Потому что это водитель, да? Да, это водитель. Ничего себе. Надпись видишь, поэтому можно. Что здесь? Надпись. А, партия «Единая Россия». А он что, единорос? А эта надпись дает иммунитет? Конечно. Ой, кошмар. Вот сегодня такой веселый рейд, огромное количество полицейских. Я бы сказал огромный, потому что... Хорошо. Вы предлагаете мне в качестве оплаты за покупку все штрафы? Вы представляете какую-то общественную организацию или что-то? Да. Как вот, то есть вы, значит, обратились к... Нет. По-вашему, вот здесь белый стоял, да? Нет. Я вообще не про это. То есть у меня автомобиль подъехал для того, чтобы загрузить его газетами. Какой автомобиль? Газель? Вот там же. А, там подъехало стоит? К крыльцу, да.
Я уже пришел, там полицейский уже документы забрал. Но мне он сказал, что вы вот обратились. Не я, вот Андрей. А какая проблема? Или я, или... То есть у нас машины подъезжают, чтобы загружать, выгружать газеты там. Другие так, какие-то так, вещи. Так и объясните, что... Так я объясняю, он ссылается на вас, что вы вот... Разгрузка, не... погрузка на тротуар, заезд разрешен. Так да, он мне утверждает, что только грузового транспорта. С чего он это взял? Ну, ссылаясь на ПДД. Ну, моего водителя моего водителя штрафуют. В ПДД написано, что заезд на тротуар разрешен. На вас, что вы пожаловались, я отреагировал. Я не правила дорожного движения. Я понимаю. Я не жаловался. Ну, хорошо, кто источник-то вот этого всей ситуации? По Камри? Да. Может быть, Андрей Викторович, он под крыльцом. Но он вам то же самое скажет, что и я. Если он заехал для погрузки и разгрузки, претензий к нему нет. Вот, скорее всего, водители... Я спасибо скажи. Грузиться будете, уберем все. А почему вы не сказали, что вы для погрузки заехали? Как это я не сказал? Где ваш ворот? Ну. Он красиво снимал. Подожди, я его запомнил. Я сказал, я грузиться подъехал. Ну так ему сказали, а не он же вас привлекает к ответственности? Я... К ответственности кто привлёк? С бородкой или с полицейским? Кто снимает? Какая разница, кто снимает? Ну, выполнение законодательства. Я сказал, мы фиксируем на камеру за выполнение законодательства. Я заехал не чай попить, я заехал погрузиться. Да, вы вас не должны были. Так вы объясните вот им, а что я ему это буду объяснять? Ну так а что? Я фиксирую их. Спасибо. Работу. Они теперь будут бегать вон туда, вон бегать, грузиться. Вы фиксируете. Вот где он этот фиксатор ваш красивый? А он-то при чем? А кто он? Он же тут бегал, снимал. И что? Ну, а что? Ну снимал, как вы ну, припарковались. А я объяснил, вот у него на камеру и спросите, что я поехал загрузиться. Ну. Так, я ему объяснил. Я говорю, сейчас скину 5 пачек. Так это не ему, он же не полицейский. Я ему объяснял майору. Ну что вы мне говорите? Так а майор? Он забрал документы и все. С бородкой разве он майор? Он с камерой. Где? Вон он стоит. Разве он я майор? Его запомнил, пусть теперь оглядывается. Что он пусть делает? Оглядывается. Слушайте, вы до машины дойдите сперва с такими угрозами. Пусть они увозят. Куда увозят? Ну, что ты пошел? Да поехали. Пусть оглядывается. А то, если не будет оглядываться, то что будет? Где майор-то? Ну так вот, он забрал документы и ушел просто-напросто. Я же объяснял им. Теперь я больше здесь не встану. Можешь объяснить на камеру им. Ну приедьте. Давайте встретимся сегодня вечером. Смешно, ну потому что вы балабол. А почему балабол? Пусть оглядывается. Вы человек в возрасте, пусть оглядывается. Вам не стыдно, что вы говорите? Стыдно, вам будет стыдно. Балабол. Хлеб забрали у ребенка. Балабол. Так, вы видите, что нам показывают, что сотрудник полиции проехал под знак 3.1. Вот он. Что у меня звание там, какое звание? Майор.